Здорово, народ, по больному каналу Дядя Ники. Это сегодня с вами будет новый интересный видеоролик. Это, конечно же, пацаны, фильтр FIFA Mobile. Прошу прощения, что без вебки, пацаны. Какие-то ролики по фильтрам будут с вебкой, какие-то без вебки. Просто кто-то писал, что без вебки намного даже лучше, потому что виднее монеты, и виднее все становится лучше. Сегодня с вами будет очень хороший фильтр, опять на события или противостояний. Вы сами знаете, это событие очень хорошее, классное, и я вам покажу, как можно заработать на этом событии большие деньги, как можно их выводить, как можно вообще в целом зарабатывать, продвигаться. В общем, давайте поехали, с вас лайк, подписка, не забывайте участвовать также в розыгрыше. Ну и давайте добьем мне 1600 подписчиков, пацаны, пожалуйста. Поехали, ставим общий рейтинг минимально 92, потому что во вчерашнем фильтре, теперь у нас будут фильтры стараться каждый день выходиться, в одно и то же время практически в одинаковое. Мы с вами нашли хороший фильтр, где можно за 500 тысяч монет даже меньше купить игроков аж 99+. Давайте окей, 95 ставим. Программа, конечно же, противостояние. И цену мы ставим, пацаны, 450 тысяч монет. Сбавлять будем и опускать тем самым рынок. Посмотрим, получится ли у нас найти. Конечно же, да. 96 игроки, 420 тысяч монет. Также Черышев, также Мунир, Телеман, Буркадар, Бонен, Санарбия, Окслей Чемберлен. Пацаны, смотрите, какие классные игроки, просто мирового уровня, из разных топ-клубов, с такими маленькими монетами, из такого хорошего противостояния событий. 96 плюс за 250 тысяч монет, это очень круто, и мне кажется, даже можно найти игрока даже с высшей, более высшим рейтингом, потому что, мне кажется, это все же возможно. Давайте 98 попробуем, можно ли найти игрока? К сожалению, видимо, нет, потому что игрочок не ищется 98, ничего в этом страшного нету, пацаны. Вы, в принципе, увидели, что, в принципе, это все возможно, это все реально. Давайте зайдем в мой состав, я вам покажу, в принципе, сколько у меня игроков этого противостояния событий, и за сколько их продавал, сколько я монет уже накрафтил, нафармил. Смотрите, раз, Брахим, Умтити, это два, два, Мурсилио, это уже четыре у меня их игроков, пять, это Алонсо, шесть, Чемберлин, семь, Веласко, и все получается, у меня 7 или 8 игроков из этого события, очень крутые, на них я зарабатываю мани, большие деньги, получаешь их практически бесплатно в событии, потом продаешь за 400 тысяч, чем сам крафтишь, и все становится круто. С вами был Дядя Никит, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился этот фильтр, надеюсь, оно есть, давайте 20 плюс лайков и 200 плюс просмотров, и завтра будет этот же фильтр, в новый фильтр в это же время, пацаны. С вами был Дядя Никит, не забывайте проявлять актив, ну и подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем еще раз огромное. Всем пока. Небольшое такое обращение к тем людям, которые думают, что я типа обманываю, и фильтры это не то, типа не заходит. Еще раз я напоминаю, что в начале, когда я только начинал эту рубрику, я говорил и предупреждал то, что не у всех они заходят, не у всех они получаются. И какие-то фильтры надо использовать с кликером, пацаны. Не забывайте слушать, что я говорю. Просто кто-то проматывает, видимо, ролики. И такие комментаторы, которые это пишут, видимо, значит, не смотрят полные ролики и не понимают, о чем идет речь. Поэтому я надеюсь, больше таких вопросов, сомнений не будет. Смотрите внимательно, слушайте, что я говорю, и тогда у вас все будет получаться. А если не получается, значит, вы что-то делаете не так, либо, может быть, даже я где-то не прав. Но это нужно еще доказать. Поэтому, пожалуйста, давайте будем разумными и грамотными. Все.